инклюзивное взаимодействие – это процесс. Процесс, в который включены люди и с инвалидностью, и без инвалидности. И при котором не важно то, в каком состоянии здоровья ты находишься, а важны твои возможности, компетенции. И когда каждый человек дополняет и усиливает друг друга. Для меня инклюзивное взаимодействие началось в 96 году, и это был на самом деле какой-то такой очень катарсис, настоящий катарсис. Это было педагогическое взаимодействие с тяжелым аутистом. И именно благодаря ему я смогла понять, как важно творчество, искусство и делание в педагогике. И вот абсолютно новые аспекты педагогической деятельности благодаря этому мальчику для меня открылись. Мой первый опыт инклюзивного взаимодействия был очень забавен, но и очень показателен. Был я в ту пору скромным начальником отдела Минспорта, который занимался в том числе курированием грантовой поддержки некоммерческих организаций. И значит, звонок. Сергей Валерьевич, тут вот организация «Белая трость», занимаемся реабилитацией слепых, хотим прийти и познакомить вас с нашей деятельностью. Назначаем время, вот назначенный день, открывается дверь, Значит, заходит Олег. В комнату как будто бы вплывает такое ощущение, но даже не осознается там в голове, некуда это положить, нет такой полочки. В общем, мы с ним тогда беседовали минут 40. Он рассказал о том, что они делают, мы посмотрели, какие могут быть возможности сотрудничать, ушел. И потом, когда у меня закончился рабочий день, я помню вот это состояние, вышел на улицу, и что-то во мне поменялось. Вот инклюзивное взаимодействие – это мы поговорили с незрячим руководителем организации, как два должностных лица. Там что-то поменялось, я понял, что я к своим на тот момент, там, почти 30 годам, вроде бы, ну, как будто бы полностью физически здоровый, без ограничений, живу жизнью существенно менее полной, чем вот этот вот человек, который только что вышел у меня из кабинета. Это сильный отпечаток оставило в хорошем смысле, в контексте того, что ограничения, они, ну, вот здесь. Если хочешь, пожалуйста, ограничивай себя. Не хочешь, не ограничивай, живи, как знаешь. Первое инклюзивное взаимодействие бывает довольно часто сложным, тяжелым, болезненным, потому что нужно перестроить себя. Для тебя переворачиваются базовые основные понятия, нормы. То есть ты же жил в норме все время, и казалось, что вот это правильно. И вдруг ты видишь, что, собственно, понятие нормы не существует. Что то, что казалось бы сложным и неверным, может дать результат сверх нормы. По поводу вот этих вот первых минут контакта с человеком, у которого, ну, в привычном образе мышления, как нам кажется, там, какие-то проблемы со здоровьем. Помню, когда мы решили собирать инклюзивные группы слепых ребят, обучать коучингу, назначили пробный мастер-класс. Все перетряслись, как это будет выглядеть, потому что придут люди незрячие. Мы понятия не имеем, как нам, принять у них одежду или не принять. Обидим мы их этим или обидим их тем. И вот я очень хорошо помню момент. Там несколько человек, в том числе Вова Васкевич, чутка заблудились. Я им звоню, они говорят, вот мы не можем понять, где мы. Ну, где-то уже рядом с вашим зданием. Я выхожу, нахожу их, встречаю. Говорю, надо как-то идти. Да, конечно, давайте плечо. Как так? Меня сейчас будут трогать люди, я их куда-то поведу. Ну, так или иначе, я поворачиваюсь, они кладут руку на плечо, и мы вот такой вот вереницей, паровозиком переходим улицу, то есть доходим до перекрестка, дожидаемся зеленого света, заходим в здание. Я очень хорошо помню этот момент, он тоже такой очень бурлящий внутри, потому что, с одной стороны, вот это да, вроде как будто бы ответственность. Потом, да нет, наверное, ну, все нормально, идем. Но они же как-то сюда добрались, значительно больше, чем я их тут веду. Ну, то есть там прямо череда мыслей, эмоций. И некоторое время это потом присутствовало. Со временем это ушло, и действительно осталось понимание того, что, ну, это очень условное наделение людей ярлыками «инвалид» или «не инвалид». Мы все чего-то не видим в этой жизни, это факт. Как по роду деятельности, я это совершенно уверенно заявляю. Мы все чего-то не слышим, и уж точно где-то бывают такие моменты, когда каждый из нас не может сделать шаг. И порой вот именно контакт с такими ребятами, «Белая трость», другие подобные организации, являются своего рода зеркалом того, что, блин, чего бы нам самим-то не начать жить, вспомнив, что ограничения вот здесь.
Инклюзия людям без инвалидности позволяет получить дополнительные силы и вдохновение, и новый взгляд для решения каких-то вопросов, которые казались бы неразрешимыми. Если человек немножечко по-другому воспринимает мир, то он может показать нам другие аспекты этого мира. То есть мой мир обогатился очень сильно. Но для этого мне нужно было признать в какой-то момент, что я не все понимаю в этом мире. Что то, как я воспринимаю этот мир, это не конечный, вот, нереальный этот мир, это только мое восприятие. И что как раз благодаря вот этому инклюзивному взаимодействию грани этого мира для меня намного расширились. И сейчас я считаю себя очень счастливым человеком, потому что я живу в этом инклюзивном взаимодействии и очень много общаюсь, и совместные проекты мы делаем как раз с людьми, которые по-разному воспринимают, видят, слышат и работают в этом мире. Благодаря вот этому инклюзивному взаимодействию мир становится гораздо богаче. И получаешь больше возможностей того, что можно сделать в этом мире. Для меня суть инклюзии в том, что она размывает условные, придуманные нами границы. Суть инклюзии в том, чтобы показать, что с каждым из людей, которые попадают в наше поле, в котором, ну, каждого из нас, совершенно точно есть некая сила. И эта сила, она может совершенно не вписываться в нашу предустановку, вот как мы думаем. Мы привыкли ориентироваться на некие медийные образы, и у нас у каждого есть определенный шаблонный список восприятия, что такое сила. Но это вот столько. А на самом деле количество тех потенциалов, которые живут в людях, их вот столько. Когда мы создаем инклюзивные группы, когда мы общаемся вот в таком инклюзивном формате, мы как будто бы понимаем, что, черт возьми, мы все время смотрели на раз, два, три, а их миллион, вот этих возможностей контакта. Вот эти вот условные границы размываются. И совершенно точно мы замечаем такую историю, что когда группа инклюзивная, то слов «я не могу», «у меня не получится», «я не понимаю» становится меньше. Потому что общее поле, оно как бы создает вот этот вот дух того, что все возможно. Ну и самое интересное, добра становится больше. Ну вот если убрать все эти там рассуждения об эффективности, о целях, добрее, люди становятся добрее, добро и забота. Вот прежде всего нам не хватает в нашем обществе доверия. И инклюзивное взаимодействие, это самое доверие, может вернуть в наше общество. Потому что инклюзивное взаимодействие без реально доверия к человеку невозможно. Мы должны, во-первых, уважать человека, а во-вторых, ему доверять для того, чтобы начать что-то совместно делать. И как раз благодаря инклюзивному взаимодействию вот это ощущение, что мы совместно много чего можем, и что только исходя вот из доверительного отношения что-то новое родится, оно просто вот пронизывает это инклюзивное взаимодействие. То есть доверие и, наверное, еще инклюзивное взаимодействие позволяет преодолеть страх. Страх перед будущим, страх перед инаковостью, страх перед непониманием, страх перед тем, что вообще смысла нет никакого, и вообще мы зачем живем, и что дальше будет. То есть вдруг, благодаря вот этому инклюзивному взаимодействию, оно может быть только когда человек общается с другим человеком на уровне действительно глубинных качеств внутренних, персональных, личностных. А это возможно как раз, когда вот этот страх убран. То есть это вот как бы две стороны одного и того же. Когда ты включаешься в инклюзивное взаимодействие, страх уходит. Перед ним он есть. И когда ты преодолеваешь страх, то ты способен на инклюзивное взаимодействие. И возникает доверие.
И вот эти две вещи, то, что нам не хватает доверия в нашем обществе, это вообще нет, да, мы все друг другу, не, ну, мало кто друг другу не доверяет, да, вот кто кого там. И мы боимся нового, мы боимся инакового, мы то, чего мы не понимаем, мы боимся. Вот эти вот две вещи нам и мешают, собственно.